baby girl, what you wanna do? I'm just thinking about you as I sit across the room. Nothing can come close, you already know. Now I'm yours, I'm no longer poor. You are so enticing, you are so enlightening. I am just so tempted, I just gotta have you now. Come on baby, let me see that body. Let's move and groove like this. It is you. Something from inside knocking on my heart, oh my. You are so enticing, you are so enlightening. I am just so tempted, I just gotta have you now. Come on baby, let me see that body. Let's move and groove like this. It is you. Всем привет, дорогие друзья, с вами старый добрый Макс. Сейчас я, мой друг Глебыч и батя находимся в одном маленьком отельчике, где есть настольный теннис, бильярд, диски, чапаев, такая игра, и там какие и шахматы вот еще. Мы с тобой рубимся на этом. Настольный теннис, смотрите. Далее, посмотри. Чуть-чуть, конечно, я проиграл. Ну, сейчас мы чуть-чуть поиграем, и после этого я задам папе несколько вопросов по теме рыбалка. Итак, погнали! Ну что, друзья, уселись мы с батей поиграть в игру, которая называется индийский чапаев. Не знаю, как по-индийски точно называется, но пока играем, будем болтать. Ну вот, недавно я побывал на рыбалке, вы все это видели, прикольное видео. Посмотрели на дельфинов, реально близко так еще, и поймали вкусную рыбу, которую потом съели. Так вот, батя мой был гидом 5 лет, он работал гидом 5 лет. Ужас. Да, так вот, мне хотелось бы тебе кое-что спросить. Вот смотри, что нужно сделать, чтобы рыбалка удалась? Вот понимаешь, например, если бы она не удалась, люди бы ушли довольны. А что нужно сделать, чтобы она прошла по-хорошему? И как понимать, что такое по-хорошему? Действительно, я здесь, в Гоа, проработал гидом 5 лет и провел очень много рыбалок. Вот так, знаешь, вот например, я в одной лодке брал туристы. У нас все классно, рядышком лодка, ни одной рыбы не поймали. У нас несколько людям, все рыбой заполнено, мы ее пожарили, вкусно поели. Так вот, то, что я сейчас расскажу, это, скорее всего, будет интересно гидам, особенно начинающим гидам, которые проводят экскурсии, в том числе рыбалку, и не только на Гоа, а в принципе в разных местах. Те, кто проводит экскурсию, должны понимать, что любую экскурсию, а мы сейчас говорим про рыбалку, нужно разделять на главные моменты. К примеру, рыбалка удалась, это когда поймали рыбу, важный момент. Второй важный момент. Тошнило или не тошнило, потому что очень часто на рыбалке укачивают. Правильно? Тошнило, не тошнило. И третий момент. Вкусно или невкусно поели. Если вкусно поели, если никого не тошнило и поймали много рыбы, соответственно, рыбалка что? Удалась. Удалась. А если рыбу не поймали, тошнило, еда была острая и невкусная, то рыбалка не удалась. Поэтому любой гид, любую экскурсию нужно разделять вот на эти важные моменты. Мы говорим про рыбалку. Например, чтобы поймать рыбу, есть три момента, которые гид должен держать под контролем. Первое. Если не клюет, то гид может предложить капитану лодки поменять место. Ты когда рыбачил, место менял? Да, три раза. Соответственно, если в одном месте не клюет, надо не лениться, а поменять место. Второй момент.
Если не клюет, соответственно, можно поменять наживку. Вот ты на что рыбу ловил? На креветку. А можно было, если не клюет, поменять и ловить рыбу на филе рыбы. Или на фарш. А, иногда еще ловят на хлеб. На хлеб. Да, то есть первое поменять место, второе поменять наживку, и третье, если клюет, поменять способ. Если ловил, примерно, на донку, то можно попробовать на удочку, на блесну. Если опускал крючок на дно, то можно опускать крючок на уровень там. Вот три момента, которые ты должен держать на контроле. Второе. Тошнило или не тошнило? Гид не разорится, если купить таблетки, называются они АВОМИТ. 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 Соответственно, когда гид забирает туристов на экскурсию еще из отеля в автобус, он спрашивает, есть вероятность того, что у вас будет тошнить? Да, есть. Аллергия есть? Нету. Я рекомендую вам скушать пару таблеток, а вам не тошнить не будет. Соответственно, не тошнит, второй момент тоже будет плюсом для гида. И третий момент. Вкусно или невкусно покушали? Соответственно, гид должен присутствовать при приготовлении обеда помощников и следить, какое количество специй они используют, следить за тем, чтобы они поменяли нож. Например, одним ножом режут рыбу, другим ножом они должны резать салат овощной, чтобы он не пах. Они одним ножом делают все, и потом все пропахивают. То есть вот эти три момента надо держать гидю на контроле, и тогда рыбалка, скорее всего, будет вот такая. И рыбалка удалась. Да. Вот так. Так что то, что я сейчас сказал, должно, в принципе, пригодиться начинающим гидам. Скорее всего, опытные гиды все это знают. А слушай, вот такой еще вопрос. Ну ты провел много экскурсий рыбалка, да? Да. Вот можно сказать один интересный случай. Интересный такой случай. Такой прикольный. Прикольных случаев было много. Я тебе расскажу один и возьму с тебя обязательно. Хочешь узнать? Подтверждаешь обязательно, да? Я тебя что-то заставлю сделать. Тебя выиграть на что-то? Нет. Слышишь? Банан, прочитай. Ладно, давай. Значит, как ты на рыбалке? У меня в группе была пожилая женщина, ей было где-то лет 60. И мы уже ехали с рыбалки, и она такая говорит мне, что я второй раз за границей, но только первый раз моя нога ступила на иностранную землю. Я думаю, как это так? И эта женщина начинает рассказывать историю, что во времена Советского Союза она плавала на пароходе, который выплыл из города Владивосток, плавал по разным островам вокруг экватора и при этом, не заходя ни в один порт, вернулся обратно в Владивосток. Это был один единственный раз. И когда она рассказывала эту историю, я вспомнил про одну книгу, которую я прочитал. Книга называется «Один в океане», написал ее Слава Курилов. Во времена Советского Союза этот Слава Курилов был не выездной, он не мог уехать из Советского Союза, потому что у него сестра была замужем за канадцем, и сам он был евреем. Короче говоря, за границей его никак не отпускали. А тут билеты на этот корабль продавали всем, потому что корабль не заходил ни в один порт. И вот он купил билет на этот корабль, чтобы спрыгнуть в борт и уплыть. Куда? На какой-нибудь остров и попросил политическую помощь там, чтобы остаться. И вот, значит, этот Слава Курилов купил билет на этот корабль, продумал там план, спрыгнул ночью с корабля, там было все сделано так, что спрыгнуть было сложно, и он 3 дня плавал в открытом океане, пока не доплыл до какого-то острова, где попросил политическое убежище. Вот, ему дали политическое убежище, но сначала в Турине сидел. Ну, короче говоря, он эту историю написал в книге «Один в океане», которую я прочитал. И когда эта женщина на моей экскурсии рассказывает, что она плавала в этом корабле, я тут же вспомнил про эту книгу «Один в океане» про Славу Курилова. И у этой женщины, которая была на моей экскурсии, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот вы на этом корабле, когда плавали, никто у вас на кораблике там не пропал? Она говорит, пропал? Был, говорит, парень один. Утром, говорит, нас всех собирает на этом корабле.
КГБшники были, какие-то спецслужбы, начинают всех допрашивать, кто с ним жил в каюте, с кем он завтракал, с кем он общался, с кем он пил, с кем он разговаривал вообще, чтобы собрать всю информацию, есть ли у него сообщники, куда делся. Корабль возвращался, искал этого парня, который прыгнул за борт, короче говоря. Они искали, 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 и потом вот женщина сказала, что нас всех собрали на корабле, всех вот граждан Советского Союза, плавающих на этом корабле, и сказали, что нашли труп этого парня, обглоданный акулами, он умер, его сожрали акулы, и корабль поплыл обратно. Потом ее там еще в КГБ вызывали у себя в городе, из Новосибирска, по-моему, она, допрашивали ее, прочее, прочее. И она все мне рассказывает. Я говорю, знаете, а КГБ вас обмануло. Я говорю, как? Я говорю, да живой парень-то. Как живой? Я говорю, вот так, три дня он там, нагонимый течениями, плавал-плавал. Старался догрести до островов, вокруг акул плавал, в конце концов доплыл до острова. Вышел. Это попросил, человек, про которого книга, да? Да, он сам написал. Он, значит, вышел на берег, все удивились местные жители, там кишит акулами, а тут какой-то, значит, вышел из океана чувак, попросил убежище его в полицию, значит, он там сказал, что у меня сестра заговорится. Ну, короче говоря, это все в книжке описано, я это все рассказываю, что есть книга, его звали Слава Курилов, сейчас, правда, он уже умер, ну вот. Значит, написал книгу в океане, все, он выжил, очень интересная история. Да вы что, КГБ нас обмануло? Я говорю, да, ой, как его звали, как называется книга. И эту книгу можно бесплатно скачать в интернете. Автор Слава Курилов, называется она «Один в океане», и я взял себе обязательство прочитать книгу. Прочитать эту книгу. Ну, прочитай, эта удовольствие. Книга читается, знаешь как, вот ты ее открыл, и закрыть не можешь, пока не дочитаешь. Она, представляешь, три дня в океане написывает свои чувства, переживания, ощущения, как он стал светиться к третьему дню плавания. Он покрылся ракушечками всякими этими, люминесцентными. И он светился, смотрел фильм «Жизнь Пи», там светились. Но он также уже светился в океане, уже, представляешь? Как у него уже, в конце концов, онемели ноги, он их не чувствовал уже, он на одних руках держался. Он видит остров, гребет к нему, на его течение уносит. И вот так вот три дня несло. А вокруг акулы кишат. И он доплыл. И вот такая вот мне прикольная история. История, короче, была на одной из рыбалок, которая, кстати говоря, удалась. Вот так. Все? Супер, прикольно. Ладно, пока местечко еще не занято, давай-ка поиграем на Storytex. Давай. Друзья, сейчас будет самая настоящая заруба. Смотрите. Сейчас я... Отойди еще чуть-чуть. Вот. Сейчас я порву этих... Вот, Софья. Лошков. Давай. Смотри, друзья, как. Бо! Вот так-то. Смотри. Он даже подать не может. Да ладно тебе. С кем я связался? Жительный ребенок даже выиграть не можешь. Смотри, самая легкая подача. Карапузики. Смотри, вот такую подачу. Не ошибок, не прощаю. Давненько не записывал видео с животными. Здесь у меня на руках азиатская цапля поселилась в комплексе моем. Вот эта цаплика не может летать, зато она очень добрая. Я думаю, я отпущу ее на поле, но пока что я поглажу и понаблюдаю, что она будет делать. Да, аккуратненько. Не может летать. Бедненькая цаплика. Что-то у нее с крылышками, она не может летать. Аккуратней.
Они острые. Ой, походи. Отправляйся. Сейчас я ее поймаю и отпущу за забор, там, где поле.